Друзья, всем привет! С вами Анастасия Нифонтова. Сегодня я вам расскажу про новое поколение шлема Shoei G-Cruise 2. Такой вот открытый шлем замечательный. И, собственно, чем он принципиально отличается от G-Cruise 1. Во-первых, производитель утверждает, что шлем стал с лучшей шумоизоляцией. Они улучшили его свойства продуваемости. Несколько сразу стало у него воздухозаборников. Спереди видим три, на предыдущем только один. Ну и, естественно, сюда же перекочевала очень важная и нужная штука в виде темного стеклышка. Видите, вот она опускается, поднимается. В принципе, по своей внутренности осталось все практически без изменений, все очень похоже. Качественные материалы, гипоаллергенные. Застежка тоже такая же в виде трещоточки. Но самое интересное то, что этот шлем уже готов для установки переговорки Senna SRL-2. Видите вот эти треугольнички здесь по бокам. Там внутри тоже есть специальные такие вырезы под наушники. И здесь для блока питания тоже специальный отсек. Соответственно, когда вы покупаете это переговорное устройство, то сама переговорка, она практически не вылезает за пределы шлема. То есть практически вот то же самое, что сейчас с заглушечкой, тоже будет с переговоркой. Это очень удобно, потому что, например, если вы берете переговорку какой-то другой фирмы, вам приходится сверху городить, это торчит снаружи. Не всегда это удобно. А здесь, в общем-то, дизайн шлема остается таким же, и эту переговорку практически не видно. Так что я считаю, этот шлем очень удачно они улучшили, и по дизайну он стал такой слегка более агрессивный за счет этих вот интересных таких углов. И они, естественно, есть в разных цветовых вариациях, глянцевые, матовые, яркие, не очень яркие, под любой стиль, под любой цвет, под любое настроение.